Никто не любит заправлять постельное одеяло. Технологии идут вверх, придумывают айфоны, айпады и всякие ракеты. А одеяло мы по-прежнему заправляем руками. Наверняка вы сталкивались с проблемой, когда, засунув два конца одеяла, вы не знаете, как аккуратно расправить все одеяло до вторых концов. Эту проблему можно решить, если у вас в загашнике есть большой канцелярский крокодильчик. Вдев два конца одеяла и закрепив их крокодильчиками, мы можем спокойно одеть одеяло до конца.